чтобы тебя бить. Да, он красным горит, смотрите, альфа. Да, дамаг в него не кислый летит, смотрите, просто. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Играем на сервере ArkJart. Ссылочка на группу ВК, айпишники, все это в описании. Ну и, в общем-то, наша база все больше приобретает какое-то очертание, так скажем, да. Тут все больше обороны по кругу, там уже и на гейтах стоят турельки и так далее. Большие башни будут сейчас уже скоро малые и тому подобное. Также визуально тут аллея славы. Теперь тут у нас еще пока что одни и те же, как это называется, знамена того, что мы паучиху понашатали. Но скоро, соответственно, других боссов пошатаем, появятся новые знамена. Но сегодня не об этом. Сегодня бы я хотел показать нашего питомца. Добыли мы его на ивенте, правда. Не затомили, а выиграли. Выиграл его скин. Я отчетик по ивенту попробую сделать в ближайшее время. Там все это покажу. Но как бы уже видно даже отсюда. Смотрите, тут даже два питомца на самом деле. Мозя и Спрутик. Они были 240-х. Ну, тусоты и тысяц. Короче, сломай язык 20 раз, пока выговорим, называется. Погнали, посмотрим. Ну, сначала в пещерку, наверное, сходим. По традиции надо глянуть, там бывает хороший лутецкий. Я ее, по-моему, понерфили или нет, или просто мне уже не прет в последнее время. Так, переоденемся. Пока что на базилиозавра сядем по имени Базилиозавр, да. В любом случае, Спрут очень клевый. Очень клевый, он не боится ничего. Он также электрофокусов всяких не боится. Он, во всяком случае, седока не сбрасывает, он, может быть, там немножечко вырубается. Базик-то вообще не боится, ему плевать, он как бы даже, ну, не пытается шокнуться никаким образом. Но Спрут, он также вот этими своими длинными клешнями способен издали доставать кого угодно, фигашить. Также он может захватывать. Очень-очень просто мы одного мозазавра затомили. Это просто мега-супер простой способ. Так, сейчас аккуратно, главное, чтобы твоего... Ты только все-таки близко не подплывает, а мало ли... Ну, а что он сделает? Он не такой быстрый. Так, а будет проходить вообще? Что-то не вижу цифрок. О, пошли. Это я, может быть, в твоего спрута попадал? Ну, оглушения нету. Что-то дамаг не проходит местами. Ну, поближе тогда. Ладно, почти. Ну, что-то через раз дамаг. Так, вот. Честно, спану в меня попал. Ну, может быть. Уснул? Да, уснул. Ну, прекрасно. Ну-ка, как торпор падает. Довольно... бодро, хотел сказать, но что-то не очень. У него 19 тысяч здоровья, я ему где-то 9 тысяч выбил. Нормально. Капец, все белое. Но его уже успели слить. Да, это немножко печально. Остался у нас этот мозазавр. Потому что мозазавры шокаются, ну, во всяком случае, наездник шокается. Сидящий, поэтому надо быть аккуратным. Что у нас тут? Седло-платформа, а тут... Я не понял. А, это для плезиозавра. Седло-платформа надо выложить. Вот такой вот мозазавр у нас тут тусуется. Он здоровый. Ну, на нем чуть больше поплаваем. Тут также
недохиленный. Вот, кстати, его надо будет похилить. Он сытый, он просто не жрет нифига. А у нас есть свинка, вот попробуйте ей похилить. Но смотрите, зато какой тут ёпта-ёпта. Ха-ха. Вот этот клюв, его кормить надо черным жемчугом. Давать кого-то захватить из Дина. Ну, типа черепах обычно используют. Либо же можно другим спрутом захватить. В общем, занятная тварь такая. Даже какой-то улов есть сходу. Отлично, никто сюда, видать, не плавал пока что. Или плавал, но уже давненько. Вот в таких лучиках часто бывает что-то крутое. Ну, либо просто перчатки в данной ситуации. Не принт, у нас принты на перчатки есть. Даже несколько легендарных. Поэтому такое. Эй. Базик. Так, игра, раздуплись. Лагануло, бывает и такое, ладно. Что у нас получается? Перчатки 465 брони. А мои родные 434, получше. Но это просто готовые перчатки, поэтому пофиг. Не принт, а жаль. Здесь уже, кстати, даже монстры не успевают никакие спавниться. Типа там акул, куча всего. Пещеру очень часто посещают. Многие плавают, также там да, нужны для боссов и так далее артефакты. У нас эти артефактов вообще уже дофигища, мы их надобывали. Как бы, ну, пещера под боком, как бы грех в нее не плавать. Сейчас еще надо будет в тяжелую зимнюю походить. Так, ну остальные лучи, я так понимаю, придется поискать. Все-таки они не сходу найдутся. Красненький лучик. Ну, мне что-то на красный не особо прет. Мне обычно какая-то дичь оттуда валится. Но да вдруг. Да, у нас таких чертежей уже черти сколько. Всякого разного прока и самих сёдел. Только нет ни одного спинозавра. Что-то не везет, не можем найти топовый. Ну, не ищем особо там. Скин только его ищет периодически. Но ему что-то не прокает, не находит он топовых. Ну, они топовые, соответственно, нам нафиг не нужны. Ну и третий лучик здесь сверху. Вон он, артефакт. Здесь наверху лучи спавнятся. Броня, кстати, 420. Желтая, ну на 420. Не, у меня легендарная 553. Конечно, получше будет. Ну и ладно, погнали, нам надо спрута нашего отхилить. Сейчас возьмем поросенка, попробуем там какую-нибудь тактику замутить по отхилу. Тут, кстати, в промышленных масштабах производится уголь. Я закинул, черти сколько, когда часов. Ну, часа 4 назад, 5, я не знаю. Наверное, 1030 дерева. Или сколько? Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, 25 тысяч практически уже есть. Ну да, что-то больше 30 тысяч перегоняется. И это все для того, чтобы кучу-кучу патронов производить. Пороха, патронов и так далее. Потому что надо турельки заряжать и просто навозов ходить. Короче, много надо патронов на самом деле. И давайте-ка наладим производство. У нас тут в аккурат угля не... ну да, угля, получается, не хватает. Древесный уголь. У нас он в количестве 22 тысяч уже имеется. Конкретно сюда включаем. Что-то по бензину. Бензина еще достаточно. И производим порох. Получается, 7 литра древесный уголь. Произвести мы его сейчас можем. Ну, довольно много. Ну, тут максимум 1000 настакивается. Поэтому пока что он производится. Я в аккурат скоро левел тут получу. И, ну и довольно много мы, наверное, пороха сделаем. Это что получается? Да, он же там не по одному производится, его много производится. 1000 стаков, я не знаю даже сколько его будет. Это по сколько? 300... 400... Я еще понять не могу, сколько он стакает. Ладно, довольно много, это даже с 1000 стаков получится. Это мы соточку, считай, отсюда. Это почти 600-700 пороха. Короче, да, достаточно. Идем за поросенком, мы пытаемся отхилить, в общем, нашего спрута. Вот он, наш медик. Единственное, его надо едой закинуть. Давай, поехали. Так вот он выглядит. Прикольный зверь. Вот он в последнем обновлении был добавлен. Их тут в зиме капец дофига. Они все жесть какие агрессивные, конечно. Но что поделать. Так, давай мы у тебя сейчас миска закинем. В Клайде есть у меня мясо по-любому. Ну, ему много на самом деле мяса надо. Потому что когда он хилит, он мясо съедает. Ты же хищник, ты же мясо ешь. Ну, учитывая, какой ты агрессивный, я думаю, да. Свиньи же всеядные. Погнали потихоньку. Так. Вот, если направо нажать. И вот, ваш диадон
потребляет дополнительную еду для исцеления. Мы можем включить этот режим, будем исцелять. Сейчас посмотрим, в каком радиусе смогу ли... Ну, либо спрута как-то поближе пододвинуть, и тогда как-то аккуратненько его отхилить. Просто плыть на, там, наполовину здоровым как-то не особо хочется. Да и надо что-то придумывать с его исцелением в любом случае, чтобы мы имели возможность как-то что-то делать. Плавать, не бояться, да? Тем более, ну, в глубинах все равно опасно. Так, вон он тут сидит, Итус. Ну, в принципе, рядом. Должны мы доставать. Так, давай мы включим. Кастрировать нет. Включить пассивное исцеление. Ну. О, пошло. Пошло, поехало. Так, я так могу взглянуть. А, восстанавливается ли у тебя здоровье? Вот в чем вопрос. Ну, через стену мне, конечно, не дает это посмотреть. Ладно, поплыли, сейчас так посмотрим. Так, ты будешь исцелять-то, нет? Пассивное исцеление включено. Он, видать, ест и потом исцеляет. Или как это работает? Или анимация не нон-стопом идет? Поплыли, короче, посмотрим. Непонятно, как быстро там наш хиляется спрут. Дуитус вот этот вот. И это, конечно, топовый подводный зверь. Круче мозазавра получается, потому что ему реально ничего не страшно, никакие мозазавры. И на нем любого топового мозазавра очень-очень просто приручать, и это супер круто. Что тут, хилишься? Нет. 19. Так, ну что-то как-то вяло он хилится, откровенно говоря. Может, забор мешает? Давай мы приплывем. Нифига меня тут переворачивает. Давай попробуем сюда вот заплыть. What the fuck? На нем не очень удобно плавать. В плане того, что он атакует, он переворачивается вперед, как бы. Но нам надо отхилиться. Давай вот сюда, к нашему медику. Аккуратненько заплывем. Чпынь, так. О, там кто-то заспавнился. Койл. Ну да, это ты зря, конечно. И давай верхом на нашем хиле подбежим. Пассивное исцеление включено. Ну, камон, что ты не исцеляешь-то? Давай вот так. Чпыньк. И пошла жара. Можешь поближе подойти. Вроде не в радиусе. Вроде не в радиусе. Вон, пошло исцеление как бы. Пошла анимация исцеления. Так, пассивное включить. Давай-давай. Где анимация исцеления, чувак? 20 тысяч. Не, ну когда я на нем сижу, он бодро исцеляет. Получается 20 тысяч. Включено пассивное. Ну, камон. Ладно, давай просто сядем. То есть там было 20 тысяч. Погнали. Вот, на нем хилы пошли. Надо разобраться, как это работает, конечно, безусловно. Что-то на мясо сильно тратишь. Что ты вообще тратишь? А, ты походу мясом-то не ешь нифига. Не того я тебе дал. Еда у него дико тратится. Мясо он не ест. Не про него вообще. Жесть. Так. Или ты ешь мясо? Так, ну он сначала, наверное, еду потратит, а потом будет есть мясо. Наверное, он так работает. Так, хорошо. А насколько это выхилило? О, слушай. 25600 уже. То есть, ну реально очень быстро. Сколько мы тут посидели. И наш поросенок уже вполне себе почти справился с отхилом. Сейчас главное посмотреть, чтобы еду ему совсем уже не загнать. 23 тысячи еды у него. Сейчас мы сгоним тысячи, там 3-4 оставим. Он отъестся потихоньку. Главное, что наш спрут будет отхилен полностью. Я так понимаю. И очень-очень быстро. Давайте сейчас еще чуточек замерим. Получается, что там? 8. Ну, хватит, наверное. Отключено, да. Все супер. А тут что? Тут почти топово. Ну, замечательно, поросенка. Ну, пока что пускай тут и стоит, ждет. Что ты есть будешь?
принципе, да. Хавай, ты у нас на нейтралочке стоишь. А мы тем временем проплывемся. 300-й. Но он 240-м был. Так, как назад сдать? О, да. Я заплыл. Как, мать его, выплыть? Просто восстание Кракена. Жесть. Ну-ка. Наша заводь, конечно, такая мелкая. Надо нормально делать. Но это, конечно, не дело. Там он мозик. Ну, мы сейчас в сторону зимы сплаваем. Поищем, кстати, туститусов других. Посмотрим, каких левелов они тут водятся. Нам черный жемчуг нужен. Чё бы нет. Поэтому аккуратненько проплывемся, поищем. Ну как аккуратненько, мы по самому дну пофигашим, по самым опасным местам, по сути. Мозазавров посмотрим. Ну вдруг топово. О, кстати, здрасте, парень. Ты каким тут левелом? Так, подожди. Куда ты уплыл? Сразу мозазаврик. Только он куда-то делся. А, вон он. Фиг бы его знал, каким он левелом. Тут еще два плезиозавра. Такс, сейчас пойдет жара. Где вы, ребята? Давай сначала с плезиозаврами разберемся. Так, пошла. Пошел махач. На мне желтый этот. Так, 98-й плезик. А, пофиг. Смотрите, я их просто тентаклями заворошил. Минус один. И давай минус второй. Все, просто на изи они отлетели, конечно. Так, надо аккуратно развернуться. И посмотреть, какого там все-таки левела мозазавр плавает. Вон он, товарищ наш. И как-то он мерцает так интересно. Ты не альфа там какая-нибудь? Самец альфа-мозазавр 24-й. Интересно. Ну, по идее, альфа-то я должен шатнуть. На спруте, если что, по тапкам дадим. Ну, твою мать. Еще бы тебя бить. Да, он красным горит, смотрите, альфа. Да, дамаг в него не кислый летит, смотрите, просто. Он, получается, этими клешнями фигашит. И в альфу летит просто колоссальный урон. Смотри, 390. Он просто стакается. А он по мне там что-то какие-то жалкие 46 пробивает. Что-то там кого-то. Альфа-мозазавр этот. У нас тут что-то альфы вообще часто спавнятся. И с альфы может какой-то прикольный лут прийти. О, да. Просто шикардосно в него дамаг летит. О май гадабл. Он меня вообще не пробивает. Ну-ка, что там на мне, давай посмотрим. Да, желтая броня. У нас есть чертежик легендарный. Принт я вот недавно тоже находил. Так, а что там у нас? Главтанк зашел. Уже что-то там речевки идут за Виверном. Ну ладно, мы пока что попромышляем. Грозовую хочется, да. Грозовую хочется, безусловно. Это у нас штурм стройбаты. Но у нас пока никакой нет. У нас была огненная, я ее слил. Каюсь. Убился под турели. А левел меньше сотого. Но так или иначе, мы, может быть, на сперч потом сами уже будем ходить, искать. Но это будет потом. Тут пока что у нас задача, как бы, в тег-технологии уйти и так далее. Так, долго ли я с тобой драться буду? Вот это хорошо. А, на огненность сторговался. Хорошо, замечательно. Блин, нифига себе, сколько дамага прилетает в него. Мне вообще посрать, короче, на его дамаг. Просто пофиг. Что-то, блин, туман вот этот подводный меня, конечно, очень веселит. А он, смотрите, уже начинает краснеть, по-моему. Ну, в него просто, это смешно, он ничего не может. 24-й, альфа. По идее, наверное, спрут может и гораздо-гораздо более высокого слить альфу. И альфа нужна... Кстати, альф нужно для того еще убивать. Он, кстати, на 109 пробил даже. Для того сливать нужно, чтобы из них выбивать там части новые, какие-то альфа, там клыки, кости всякие. Они для вознесения в дальнейшем понадобятся, которые непонятно пока совсем для чего. Вроде как левелы получить за них можно. И новые энграммы там для разблокировать.
тому подобное. Что-нибудь с тебя выпадет? Подожди. Так, походу ни черта с него не выпало, к сожалению. Либо выпало, но вниз. Поэтому поплыли искать мешочек. Так, есть тут что, мешок какой? Серьезно? Как бы альфа-мозазавр, не? Алло? Игра? Альфа-мозазавр, игра? Да, ты чё, даже мешочка никакого не выпало? Что-то я не понял, что-то как-то вообще вяленько с него дома... дропнулось. Что вообще, ни клыков, ничего, никаких там... Тупо ничего в нем. Серьезно? И так что ли бывает? Подожди, или я что-то не вижу? О! А вот это хорошие, кстати, твари. Ну как хорошие. И вон сколько их лазит. Вон он в атаку пошел. Камикадзе. С них добывается черный жемчуг. Это подводные эти крабы. Я в них не попадаю нифига. Так, давай отплывем. Развернемся. Во! Сколько? 5? Че так мало? Вон там еще один. Сейчас поплаваем, поищем. Что там от них останется? Может быть, я не попадаю. Ну тут вот этими тентаклями, конечно, такую мелочь только и целить. Кого-то я задел. Еще один. Я не могу попасть. What the fuck? Ну-ка. Целое искусство, блин. Давай, вон туда развернись, пожалуйста, будь добр. Так, подожди. А вон его тельца, давай мы попробуем. Тельца пофигашить. Шкирка, я не знаю. Ну что-то что так, что эдак мало. Опасно здесь плавать просто так. Что получается? 2, 7 черного жемчуга. Вы издеваетесь? Давай немножечко отплывем. Куча всякой нефти тут. Вот еще тут или труп, или... Да, это труп. Но вот они на днищах обитают. Они еще в пещере в этой опасной обитают. Так, дайте мне, пожалуйста. У меня легендарная матьё кирка. Можно что-нибудь с этого краба поиметь? Эври... Эври... Что-то там. Что-то эври. Еще 3. Ну, супер. Это, конечно, прогресс. 10. Ну мы даже далеко от базы не отплыли, а тут уже столько всякого веселого. Так, ну и давай тогда дальше по глубине пойдем. Ну вот тут получаются эти были. Я думал, с них можно больше выбить, к сожалению, с них что-то совсем как-то печально дропается. Хотелось бы как-то побольше. И с альфа-мозазавра как-то ничего не поиметь, это ну совсем печаль. Просто вообще ничего. Просто ничего. Так, а там кто плавает? Так, ну это удильщики. Удильщики это совсем не интересно. Ну, ищем. Я хотел показать обычного, как мозазавра можно заловить. И притащить. Ну, как бы вживую, как это делается. Либо же хочу потестить на другом туитусе. Ловлю, соответственно, его. Если его заловить и потом насильно накормить и затомить, по идее, наверное, тоже проканает. В опасную пещеру вот на них хорошо ходить. Они жесткие, как видели, да? Сколько дамаги он может выносить. А у него здоровье хорошо. То есть он что там меня пробил? 1000 на 3 на 4, как потолок. Альфа-мозазавр. На секундочку. Вообще ни черта не смог сделать. Так, тут у нас все удильщики лазят. Может, тут еще где-то крабы на дне. Как бы, да?
О, а чё акула тут на самом дне-то делает? Удивительно и невероятно. Давай попробуем акулу захватить. Ну-ка. Иди сюда, родная. Чпыньк. Вот и акулка. Ее можно просто так вот и жрать. Ну ладно, мы просто сейчас сожрем. Мегалодон 32 уровня. Тут какие-то удильщики что-то мутят. Сейчас понять не могу еще, что они мутят. Так, давай-ка. Тут какие-то разноцветные, природные. А смотри, какие разноцветные. Так, я в них не попадаю. Так, попал. Вот управлять им, конечно, неудобно. Но в целом норм. Еще и гелиудильщика. У нас гелиудильщика на самом деле очень много. Поэтому вообще нафиг не нужно. По большому-то счету. Рекс, который решил, что он походу водоплавающий. Оу. Я немножечко есть хочу, да. Странный Рекс. Ты какого хоть левела-то? А, парень, ты что тут забыл? Кстати, вот медузки, давайте на них потестим. Разворачиваемся. Вот, они меня шокают. Но как бы меня не сбрасывают. Жить можно. Но они его дамажат, безусловно. Но, видите, вполне себе все норм. А, я еще на С могу сделать вот так. Как бы маскировочка. Уходим в туман. Такая вот фишка у него еще есть. Непонятно зачем, но она есть, да. Она и у диких есть. Они, когда в основном спасаются таким образом, если их начинаешь бить долго. Ну и что-то тут вообще больше никого не видно. Один альфа-мозазавр был. Как-то вообще тут глухо на дне морском. Ну, океаническом. Какое тут дно. Залез, нашел тут пещерку с жемчугом. Так, точно такая же, по сути, как около нас. Также можно вот так вот забежать, жемчуга пособирать. Вполне себе. Также заметочка. Пригодится. Досье трилобита. Отлично. Ну и давайте. Жемчуг всегда нужен. Электроника и так далее. В каких-то крафтах. Вполне себе полезная штука. Так, тут только одно досье. Ну да, просто, по сути, такая же. Почти один в один пещерка. Можно тут вообще плавать на спруте. Ну, у нас, в принципе, под носом как бы жемчуг. Мы его постоянно лутаем. Нет необходимости куда-то плыть. Но если вдруг возникнет такая необходимость, то вполне себе на нем просто это сделать. Никого он не боится. И может сам за себя постоять вполне себе отлично. О, товарищ. Это, кстати, новый. Леоплеврадон. Вот он медом томится, это новый гавр. И если его затомить, то он даст бонус к нахождению лучей. Но мне его, соответственно, сейчас томить нечем, поэтому... Думаю, вообще пофиг. То есть вот такая пещерка, вход в нее. О, здрасте, парень. Ты какого вообще левела? Давай глянем. Подожди ты, стой. Да, чё ты драться-то сразу? Чё такой шальной, а? Шалун. Какого ты левела, скажи мне? Как посмотреть? Сразу на меня такие толпы. Ну, то, что тут стоит с 300, это я, конечно, посмотрел. Я его захватил, я могу прям в захвате жрать. То есть, ну, как бы мозазавр вообще не проблема. Могу его таким макаром тащить. На самом деле, вот так вот просто. Опа, унес. Ага, давай отпустим. Я надеюсь, ты не топовый. То будет обидка. Надо отплыть. То я уже покоцал. Ну, давай отплывем. Там еще этот Леопревродон. Да твою мать.
Чё ж такой быстрый? Надо вверх плыть, он вверх отагривается. Чё, отагрился, нет? Всё, забей. А, 64-й. Ну, в общем, вообще не интересен. Его надо убить, чтобы он тут, короче, не загрязнял воды своим присутствием. И плыть на базу. Так, стоп, куда там? Метнулся. Давай, мы тебя хотя бы убьем. Так, вот что-то левый этот привродон. Ты что, в атаку там идешь? Совсем дурак? Он какой-то дикий. Да, он еще мне подсирает. О, сейчас его сожрем. Нам-то чё? Мозазавр погиб. А этот чё, придурок? Ну, просто я ничего лично не имею. Плавай как бы. О, я еще и подмерзаю. Ну, смотрится классно, смотрите как. Просто эпичный, конечно, подводный обитатель. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока!